Ты выстраиваешь умный контент, рассказываешь людям про истину, про то, что правильно, не рассказываю людям про истину. Нет, подожди, ты расскажешь, что это такое, по Ожегову и так далее. Да, серьезный да, контент, да. Читаешь про нейропсихологию и читаешь Сапиенс, а в итоге по фану ходишь на какую-то хуйню. Как это, вот скажи мне, это Джекил и Хайд. Ты прямо очень, на Ксению Собчак очень смотри, похож. Мне очень нравится, как ты выстраиваешь последовательность фактов, которые ты обо мне выдаешь. Это правда. Это, знаешь, люди после тут такого пишут что-то вроде... Тут у тебя Харари, понимаешь, да, и лекции чьи-то, а тут, понимаешь, да. А по фану надо сходить. Да, да, такое было, но я тебе так скажу, что то, как я мыслил, думал и про себя, и про все окружающее... Все это былое. Ну, до 24 февраля, слушай, ну а ты споришь с тем, что люди меняются после того, как начинается война? Ну, то есть, когда мы встаем на пороге ядерной катастрофы... Это удобная позиция. В любой момент не то, что... наворотить хуйни какой-то, да, и потом сказать, нет. Я ни при чем, я был глуп, это было давно еще.